В Зарайске ликвидирована авария на канализационном водостоке, которая произошла в конце октября этого года. Как сообщают специалисты, авария была довольно-таки сложной. Четверо суток ушло на устранение завала, который, как выяснилось, образовался на самой трубе, установленной еще в 1966 году. Получилось так, что в каком-то месте сам бетон устарел, произошел обвал, то есть лопнула эта труба, и грунт засыпал эту трубу. За это образовалась пробка, и четверо суток мы искали и практически не могли найти. Что только не делали. Мы вызывали специальные машины с Лобни, приехали нам помогать. Нам помогали наши соседи из Каширы. И в конце концов, когда мы это все устранили, то за это время очень много сточных вод пошли мимо самой канализационной трубы, а конкретнее они попали в речку, с речки в пруд. Авария ликвидирована, но теперь предстоит разобраться с ее последствиями. Глава округа вместе с заместителями и представителями профильных служб встретились с жителями СНТ «Овсечек», чтобы обсудить и решить существующие проблемные вопросы. Мы находимся на территории, и в пруду действительно задохнулась немного рыба. Эта рыба задохнулась из-за того, что не хватило кислорода, потому что вместе с сточными водами есть активный ил, есть те бактерии, которые перерабатывают этот ил, и кислорода стало мало. Сегодня мы собрались с жителями с таким предложением, что мы сейчас берем анализы, берем их сегодня и возьмем еще раз через неделю. И жителям предлагаем, мы знаем, что ничего не будет плохого, что анализы, они через 2 недели будут нормальные, но все-таки жители мысленно где-то боятся, чего-то переживают. Мы предложили, что давайте мы спустим этот пруд, спустим воду через 2 недели, пускай пруд промерзнет, весной мы его опять закроем, наберем воду и запустим алька, там карпа, толстолоба, белого амура, то, что жители захотят. Хочу сказать, что мы думали, что жители будут сейчас шуметь, ругаться. Нет, все с большим пониманием, за что им огромное спасибо. Еще раз могу извиниться перед всеми жителями, которые получили те или иные неудобства от той аварии, которая у нас была. Но экологического ничего страшного не произошло. Я надеюсь, что мы найдем общий язык, и все будет хорошо. После того, когда придут анализы с лаборатории. Надеемся, что анализы будут положительные все. Ольга Желудева, Герман Беляев, Константин Куянов. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.